Всем привет! Слушайте, сегодня в Москву ездили. Я тут вышла на зелени себе нарвать. Ой, для меня это реально стресс. Я никогда не думала, что я смогу жить в деревне. А вот теперь, ну это, наверное, с возрастом с каким-то приходит. С возрастом. Для меня теперь уже... Наверное, невозможно переехать в город. Я не представляю, как можно там жить. Люди. Много людей. Ну, наверное... Ой, наверное... Лучок мой подрос. Какой красавчик. Какой красавчик. Не зря я тут мучилась, пропалывала. Блин, щавель какой шикарный. Я такой вообще не помню. То ли сорт я такой сажала. Прям какой огромный. Закрывать надо. Надо бы закрыть его. Салатик у меня вот такой. Смотрите, какой красивый. Видите? Вот. А что там в городе? Там ужас в городе. Там прям вообще пипец какой-то. Вот. А у меня тут цветочки. Тишина. В общем, устала. Я сегодня устала. Вот Кузьма Иринович идет. Зайка моя. Да. Да. Кусь, ты гуляешь, а я пошла кушать. Да, ты уже кушал. Да, зайчик, гуляй, гуляй. В общем, вот такая вот я сластена. Буду я стресс снимать. От поезда в город. Да. А еще у нас завтра бабушка приедет. Ну, надо же как-то бабушку будет встретить. Правда? Всем хорошего настроения. Не скучайте. У нас все хорошо.